разных приключений много. Короче, это таким орудие для намолота овса. Не только овса. Что угодно можно молотить, да? Да. А раньше еще не было этой орудии, так другим способом молотили. Другим способом молотили. Тоже молотили. Ну это вроде такой классический цеп называется. Да. Это совершенно верно, цеп. Ну давайте, покажите, как хоть народ пусть посмотрит, как работают цепом и для чего. И что такое цеп вообще? А они не понимают, не знают, что такое вообще цеп. А мы покажем. Вот они это... только может бачили на картинке, да и на картинке они, наверное, не бачили. Ну вот теперь мы им покажем на видео. И на картинке, наверное, не бачили. Орудие. И теперь надо убирать сверху, остается зерно. А если зерно остается, там мусор остается. Мне надо веять. Для комбайна там веялки, там уже зерно и то чистится. То сортируюсь, веюсь. А после этого еще надо прочищать его. Ну ладно, принцип мы поняли. Как вас зовут хоть? А, Иван Трофимович. Иван Трофимович. А фамилия? А фамилия Березовский. Из Черетянки. Ну спасибо, Иван Трофимович. Ничего страшного нет.